иду на ресепшн устраиваться. Устраиваться или расстраиваться? Нарабан. Дали мне 628 номер без балкона. Я вот нарочно в него заселяюсь для того, чтобы показать людям, что это за номера без балкона. Как я увидел, открыв дверь, номер без балкона, это курятник. Ужас. Полотенец нет. Короче, для бомжей номера. Вот эти, которые без балкона. Которые не моются, не бреются. Ну, где-то 2 на 1.5 на 2 номерок. Супер. А, есть еще вот поддувало какое-то. С видом на соседний отель. И попробую кондиционер включить. Угу. Заработал, но как работать будет, посмотрю до утра. Нарочно я заселился в этот номер, который так называемый без балкона, для того, чтобы рассказать, что это такое. Ребята, я вам скажу так. Это номер для бомжей, которые не моются, не бреются, без полотенец, без мыла, вообще без ничего. Номер пустой. Есть окошечко небольшое, размером 50 на 150. Даже стаканчика элементарного в номере нет. В холодильнике, полным-полно воды. Вот это хорошо. Вот единственный плюс этого номера. Водичка есть. Водичку положили. И дали мне 628 номер. Это самый тупиковый номер, самый дальний от моря. Ну, наверное, я им не понравился, этим парням. Ночным. Им же денег нужно. А я денег не дал. Я ж хохол. А у хохла не выпросишь. Хохлы сами подаяния просят по всему миру. Вот, поэтому... Нет. Но если большая разница в цене между стандартом и вот этим без балкона, то лучше брать без балкона, а здесь на ресепшене за $20 они вас в приличный номер переселят. Считайте сами разницу. Ну, поспать-то, конечно, посплю до утра. Кстати, кондиционер включил. Журчит громко, но, по-моему, не охлаждает нифига. Что-то мне вот как было жарко, так до сих пор и жарко. Как тек, так и теку. Ну все, до завтра. Завтра продолжим исследование этого отеля. О уровне этого отеля, о том, что он сейчас представляет, можно судить вот по этой... таблицы, так сказать. Менеджеры отеля. Вот они, во всей красе. Все менеджеры. Фотографии. И описание должности. Так что все понятно, я думаю, вам. Проблемы, вопросы не решаются. Guest relation здесь нет. Отправляют в соседний отель, который основной. Иду в него. До него идти недалеко, метров 150 вдоль дороги.
отель, который позиционируется как Пятерка, хотя, я думаю, Пятерка здесь тоже не пахнет. Иду на ресепшн. Здорово. Все, ладно. Все. Вот доска почета основного отеля. Менеджер отказался со мной, главный менеджер, разговаривать. Отправляют искать по территории заместителя вот этого. Вот такой вот сервис в этом отеле. Номер на третьем этаже, как мне сказали, очень близко к морю. Сейчас поглядим. В соседнем отеле Веселуха. Я иду глядеть свой номер. 301. Посмотрим. Здорово. Не сравнить, конечно. Совсем другое дело. И ванная комната вполне приличная. Большого размера. Стаканчики даже есть. В том номере абсолютно ничего не было. Холодильник. И вот оно море. Вид прямо на море. Вот это супер! Такого я не ожидал.